Смотрите, очередная тупая овца из племени Акы Каракоюнлю показывает эту фотографию, где написано: «Армяне в национальной одежде, 19 век. Кто-то может найти хоть что-то кавказское в их одежде?» Каракоюнлю, ты хоть знаешь свою историю и свою национальную одежду? Это военная форма в Османской империи. Вот, вот именно этот вариант, видите? Шаровары, вот эти. Это, конечно, сам головной убор, это не османский, они его заимствовали у армян, и я это докажу. Но именно вот так они одевались в Османской империи. Это ваша военная османская форма. Вот видите, Абдулгамид II. И вы это, кстати, продаете. Это на сайте, где вот там можно еще и купить. Так что это ваша форма. А теперь у меня к вам именно этот вопрос. Если вы кавказцы, то где вы видели такое, чтобы у предков кавказцев была такая форма?